Если вы скажете, что он наркоман и сектант, то вы очень редко ошибетесь. Очень редко ошибетесь. Вот такие у вас клиенты. Ну, у меня тоже. Да, вот такие у вас клиенты. Вот такая радужная картина клиентского потока, да. Мерзкие твари, да, абсолютно верно, да. Ну, ничего не поделаешь. Они такие. Им больно, плохо, и наркотики одна из... Потом наркотики бывают разные. Это Павел Валентин, что-то сказать, он у нас специалист в области прикладной химии, и Игорь Николаевич, да, они вам расскажут и про наркотики, и про все остальное. Смысл в том, что есть разные наркотики, есть более тяжелые, менее тяжелые, но все они употребляют какую-то дрянь. Вот эту коноплю курят все, практически. Кто занимается этой пакостью, да? Поэтому вот обратите внимание, начальник службы безопасности не знает, что второй человек в московском офисе является наркоманом, игроком в казино, который проиграл, ну, очень много денег, 200 тысяч долларов в казино, мало того, еще много-много других вещей не знает, как так может быть. То есть уже здесь надо под стражу брать начальника аппарата безопасности, вести, снимать его с должности, вести его в офис и начинать, ну, первый зам должен начинать с ним вести сексуальные беседы. Но это вы видите, никто не делает. Закончится это как раз тем, что его придется силой брать под стражу, уже в перестрелке. Уже в перестрелке. Что, в общем-то, очень не хотелось бы. Хотелось бы все потихоньку. Это нарушено свойство мишени. Мишени, нарушено свойство мишени. Вот вам результат. Сейчас вы... Что-то ничего не знаете.